Всем привет, с вами Андрей Захаров. Сегодня продолжаем играть в Falls Legends. Окно у меня Джумалет, и я тут решил продолжить ее играть. Так что продолжаем. Теперь уже рвется бой. Мы тут остановились. Мне, кстати, пришлось немного тут поторопиться, чтобы добраться до сюда, потому что в общем-то игра не сохранила тот прогресс, который надо. Нужен был сохранить. Так что пошлите в ту сторону. Кто наши амулеты украли? Какая веселенькая мусочка. Посмотри, кто-то потерял книгу. Зус рассказывал мне о том, что мы можем возвращать потерянные предметы их собственникам. Они, наверное, откроют какую-то тайну. Это квест. Или что-то в этом роде. Зови меня на такие секреты. Давайте остановимся там. Сейчас всегда притормаживает. Ну, вы знаете, как это у нас работает. Графика. Интересно, можно тут как-то... получше в эмуляторе. О, красивенько это было, что гляньте-ка, как красиво. Хотя у меня это графика тоже немного глаза шиплются. Это, видимо, станет здоровьем. Так, а вон там, кстати, что-то есть подозрительное. У нас получили виды нового оружия. Похоже. А вот тут, кстати, что-то есть уже. Вообще крутая. Музыка мне нравится, кстати. Зачем на ней сражаться? На тебя силы только тратить. Мои. Так, нам подняться надо. Сейчас. Поднимемся. Блин, из-за того, что мне... Ой, мы разделились. Проблема какая-то. Вообще такая весёленькая игра. Так, ну я хочу забрать тот амулет. Кроме того, он есть наверняка. Это же Ubisoft всё-таки. Она не может без секретов где-то скрытых в Far Cry. Это наш первый секрет. Один секрет, кстати, мы пропустили там. Можно было его взять, ну ладно. Побеждаем врагов. Вообще игра не сильно длинная, кстати. Там где-то часов на 6, наверное. В принципе, можно судить по зону. Они, наверное, такие уж большие. Так, вон там, кстати, что-то было. Так, тут, наверное, Мейбл нужно что-то сделать.
Gravity Falls мне вот всегда нравится. Так, ну видимо мы это никак не заберем, потому что мы не можем как бы до тут добраться. Может там потом крюк появится. Тогда все секреты заберем. Но учитывая, что знаю Ubisoft и Лига игр, тут поди секрет. Поди потом откроется тайная способность, типа крюка там, не знаю, чего-то. Еще. Так, опять темнота. К сожалению, кстати, управиться подставился, поэтому... Постелился, точнее. Так, так, это теплее не стало. Всё. Да, в сущности, простая загадка. Второй секрет. Что-то они подряд, кстати, идут. Это вот там, кстати, что-то было. Это, наверное, заметка в дневнике нашего. Это ли там? Вот вторая еще одна вещь. Так. Как мы нам до туда добраться? Вообще прикольно, то, что тут по Gravity Falls есть оружие, это у них типа почти оружия типа не было. Он считает вообще его точнее не было. Главное хватиться. Эти предметы. Что-то мы все предметы сразу что ли найдем. Ну там постгейме, если что, наверное, будем искать, потому что там все-таки после прохождения игры нужно будет что-то сделать. А знаете почему я это знаю? Потому что я видел, как люди ходили. Скорее всего, уже конец зоны. Вообще, это из Реймана. Это похоже на Реймана. Там тоже такие были. Это все-таки Ubisoft. Хотя странно, почему эту игру не передали на другие платформы. Ну, хотя у него оценки-то не были сильно выше. От игры Ubisoft обычно больше ждут. Видимо, эта игра была не настолько популярна, чтобы сказать, чтобы она хорошо продавалась, чтобы ее издавать. Но зато хоть у кого-то будет прохождение на устном зато. Это забавно, UMLet работает, на этот работает. Xbox и 360, похоже, у меня не работает. Какая жестокая история. Ой, нас поранили. Ничего, тут всегда можно жизнь восстановить. Чё думается? Так, по идее, если нам... То, скорее всего, вдвоём надо встать, чтобы повернуть, чтобы вес был. И тогда, типа, плохого мы сможем. Нет. Блин, я хочу до туда добраться. Типа это один шаг вперед. Все, типа. Больше никак. И проделать весь путь заново снова.
Ну, может быть, просто. О, кубок. Надо брать. Не знаю, что это дает. Да, нам знать обязательно. Так, нам надо вниз. Вон, видите, там что? А, ну хотя, а подожди-ка, может быть, предмет-то может предмет, кстати, уменьшаться? Видимо, нет. Блин, тогда это целая проблема. Может, конечно, уменьшающий фонарь, но, по-моему, апгрейдить волосы там был один фонарик, если чё так. А тут всего. Так, туда мы не можем пойти, потому что мы там, ну, типа, умрем. Ну ладно, для постгейма это оставим, в принципе. Нам не так важно, как проходить, поэтому... Пошли идти. Может, это просто предметы. Это основной предмет, который я вижу, у нас пока их 4, которые можно найти. Это не считая тех кристаллов, которые нам по главному заданию надо найти. Хотя у нас весь этот задание. А, к сожалению, у меня другая кнопка. Так, опять тьма. А, кнопка-то другая была. Так, вот и ставился. Наставился, наверное, это будет сложно делать. Настелился точно. А, ну вон там, четвертая вещь. Четыре вещи есть. Детки, идите-ка сюда. Найдите Стэна в лесу гномов. А у нас уже джекпот. Я даже не знаю, откуда вы нашли этот мусор, но... Столько туристов к нам может приехать. Быстрее в хижину. Кажется, выполнена какая-то зона. Получается, зону мы прошли. Да, пройдено. Это, кстати, пухли наверху был. Прикольно. Так, есть еще предмет, который можно найти. Не знаю, по главному заданию пойти или там пойти. Ну ладно, у нас там все равно способности в принципе нету пока что. Поэтому можем в принципе не стараться пока все найти. Покажите сцену в хижине чудес. О, Бенди. Чуваки, это двое. Я там вас не видела. Дети, я...
А где я делал вместе несколько аттракционов с мусором, которого нашли? Музей. Квест выполнил. И это, кстати, не основной был квест. Сейчас он погрузится. Ой. Ждёмся. О, это, видимо, куда наш мусор отправляется. Да провожает мир замечательного чадмента. О, как все сияет и пахнет. И оно не пахнет больше, как это обычно у нас. Я даю это место новую жизнь. Скоро мы наполним это место гномьим золотом, которое я скоро потрачу на кредитные карты. Посмотрите только на новый аттракцион, на новое представление на пьедестале позади. Только ничего не трогайте. Если вы тронете, вы купите это. Какой суровый дядя. Зус хотел поговорить с вами двумя. Поговорить с Зусом. Знаете, почему ее так называют? Потому что ее так и зовут. Зацените-ка это, чуваки. В то время как вы путешествовали, я работал над совершенными навыками для абордажного крюка. Он полностью автоматический теперь. И когда вы стреляете в него и держите его, когда вам теперь вы сможете вообще парить. Все, нам крюк дали. Крюк для Мейпл. Я никогда не думал, что я его увижу снова. Спасибо, Зус. Теперь держите свои сердца открытыми. Пусть он вам поможет. Говорите со сценой. Посмотрите на это, дети. Вам нужно еще сплочить геймулеты. И у меня много трюков, которые могут подкупить. Можно собрать на миллион за золотом гномов. Давай, Мэппл, надо исследовать старые шахты. Квест получен, старые шахты. Собрать весь мусор в старых шахтах. Вообще, главное нам собрать амулеты, это чисто для пустгейма, на самом деле. В принципе, плохо, кстати, на карту мира нельзя сразу выйти. Хотели, можно. Я пока не буду пробовать. Старый шаг. В принципе, можно гномий лес войти, а потом все. Ой. Да и ты. В принципе, можно вернуться к гномьи лес, если чё. Ну ладно, давайте не будем. Мы это оставим на постгейм, все равно. Как бы, я же собираюсь эту игру пройти, мне она нравится. Так что пойдёте в старые шахты. Пройдем их. О, олени. Или это ламы. Хотя не, это олени. Идол Форт Макахи, он там в тени.
А, вот. Я неправильно, оказывается, сделал. Давай. Типа такой, типа, за знак вопроса, типа, почему не я? Наш первый мусор. А чё там не надо было? Я наставлю теперь позади. Типа только вместе, а иначе никак. Понятно. Старичок опять прячется позади. Да, талон. Старик Макгакет. Вообще-то Филдерфорд Макгакет. Друг Стэна Пайнса. Или Стэнли Пайнса. Который помог ему создать метаизмерический метапортал. Я думаю, те, кто смотрит сериал, я думаю, меня поймут сейчас. О, здорово, юнги. Старик Макгакет, почему вы следовали за нам по пятам? Потому что я страшный. Устрашающий. Кроме того, я собираю магию... магические споры. Это более чем золото. Вы сами не похожи на золото. Я исследую... То, что находится за гранью этого, я могу делать мега-эликсиры. Просто заберите мой мистический сок. И ваше здоровье и сила будет выше луны. Ну, в смысле, можно прокачать будет. А как это делает... может сделать путь. Заклинаниями. Макакет может варить заклинания. Мой голос никогда не будет... Но я не нужно собрать споры. Вы заключаете сделку? Спасти мне не надо. Я просто буду там, когда... Я понадобится. Найдите меня на... свалке, когда... Вам нужно будет споры. Давайте соберите достаточно спор. И увидите, что одно из моих зелий действительно крутое. Стоит его только выпить. И что-то произойдет. Спасибо, Макгакет. В общем, ты можешь приходить туда и улучшать оборудование. Я просто видел это в трейлере. О, это что-то самое. Тот самый человек, который от нас убегал постоянно. А тут опасно, кстати. Музыка. Музычка такая. Я помню, кстати, что тут музыка. Я даже альбом скачал. К этой музыке.
честно, кстати, игра фиксирует нажатие или нет. Точнее, фиксирует, насколько персонаж далеко от них или нет. Наверное, фиксирует. Опять это странный туман. Опять водить стайлосом. Знаете, почему стайлосом? Потому что, ну, хотя руками, может быть, это тоже получается. Это вот только написано, что тут нужна одна кнопка. Тут на самом деле нужно... Понял. Ой-ой-ой. О, там можем вниз спуститься. Если спуститься прям низко-низко. Что-то найдем, наверное. Потом враги, кстати, умирают, блин, от одного удара, что приятно. Понятно, что они не могли детскую игру сделать слишком сложной. Как бы она не слишком детская, то скорее исследователь. Просто исследователь чего-то там. А, кстати, заглянуть в справочник, что там написано. Этот камень погорит. Жить им и найди их потерянные предметы. А тут еще квесты есть, типа. Это проще по гайду, кстати, смотреть, наверное. Как я и сказал, кстати, эту игру уже нельзя купить на простых магазинах там или где-то. Это только... Это можно сделать только если, например, на eBay заказывать. Но опять же, на eBay доставка будет очень большая, да и там сумма слишком много придется заплатить. Потому что эту игру больше нигде купить. Если у вас, конечно, не настолько много денег на карточке, чтобы его заплатили, там, я не знаю, 3500 или сколько. Я эту игру-то вообще ROM нашел. Но это ROM пришлось переформатировать, потому что DTS поддерживает только формат C. Поэтому сначала 3DS формат придется переформатировать. Ой. Так, это продолжение зоны, а там, наверное, секретик какой-нибудь есть. Какой-то альтернатив. Да, вот секретик. Это у нас третий. Наверное, на вагонетке было бы проще.
Я, блин, какой расслаблен в такую игру, блин. Даже на геймпаде сломано. Так, а вот там что такое? Ой. А там что такое? Или там может, нужно что-то дернуть? В любом случае, я не знаю, что там нужно делать, поэтому пошлите дальше. Ой. Ой. Блин, надеюсь... А, слава богу. Хорошо, что тут есть чейпоинты, да? А то бы... Упали бы все с концами. Это гнездо. Ох, не нравится мне это. Хотя там вон предмет, кстати, который нам нужен. Знаете, мне страшно его сейчас поносить. Ой, там стен. У, я там. Прикольно. Какой сложный паркур. Ой. Ой-ой. Да блин, я так все жизни протрачу, если чё так. Ой, да что ж такое? Ещё какой-то кубик. Как они телепорта быстро? Теперь такое лицо странное. А ну да, по сюжету же Gravity Falls тут пряталось это самое. Птеродактиль. Я это помню по сюжету. Ой. Хорошо ты убиваешь с этих врагов. Так, тут явно ничего не работает. Опять мои побили. Куда нам надо идти? А, нам надо на другую эту прикладину. Сейчас какие-то поры в шахтах такие, ну типа ж лифты. Подъем, точнее. Кто-то тут добавил более современный вид, наверное. Первый босс, что ли?
теперь что ж такое? Я почти. Как бы не улетел, как бы не улетел. Подожди-ка, мне интересно, что там? Что-то нельзя, что ли, это, вниз? Видимо, нет. А, тут потому что сверху пещера пробита. Здравствуйте. Отличный лут, ребят. И скопы спросит, вы просто выбираете кост-трак. Хорошая идея. Молодцы, ребят. Вот туда мы пойдем позже. А, нет, тут больше ничего нет. Заберите ветреный амулет. Где его искать? Ладно, пошлите дальше. Скорее всего, в следующей зоне. Ну, вообще, если тут 5 амулетов, ну, типа 4 последних босса, то и 5 боссов. Макс? Эта пещера просто страшная. Зацени-ка эти картины. Я удивлен, откуда они. Боринг. Скучно. Давай найдем этот ветреный амулет. Какой-то видите? Что-то пахпакивает боссом, я вам скажу. А вот. Да. О, наш первый амулет. Мы получили ветреный амулет. Наконец-то. USA. Я не могу дождаться, как мы увидим лицо Джеффа, когда он это увидит. Старый шаг ты выполнил. Странно, а босса не было, я думал, будет босс. Значит, в следующей зоне будет. Просто я видел на картинке их. Поэтому и думал. А новая зона не открылась. Так. Давайте, кстати, сходим на главную улицу. Чё там нам говорят? Мои гормоны, они как сладенькие. Что вы поете, Робби? Не твое дело, тухляк.
Просто сильная баллада. Вы даже не знаете, что это. Похоже на баллада, но без суперсилы. Вы никогда не знаете, я... Никогда этого не узнаете. Я прыгал сквозь водяную башню и... Открыл мою секретную песню в ли... Сочинил титр свои стихи к ветру. Не смейте даже искать их никогда. Принесите ветряной амулет Джеф. Наша подруга. Круто. О, привет, Мейбл. К сожалению, не смог помочь, но, похоже, тебя талант находиться в кровище. Если ты где-нибудь видишь колокольчики, которые лежат где-нибудь, принеси их, пожалуйста. Я выбросил где-то в высшей детской школе, кто потерял фанфики по монстра Мону Кэнди. Спасибо. Мейбл, помоги. Несколько подростков из высшей школы украли мои фанфики, мои истории фанфики по Монстромону. Я делал парочку моих бесценных новелл у их маминой, не знаю, как перевести. Найди все эти новеллы за мир, за Дизизак, за Гигезарк. О, чувак, мы поможем. О боже, младший брат Зуса там был. Все. О, боже мой, я не поверю, что... Я снова хочу это сказать, но мне нужно вы двое. Я приделал свою комнату с зеркалами, когда я уронил мои трофеи моего отца. Мой отец будет в ярости, если он не вернет эти трофеи обратно. В последнее время у него совсем нет на это... Его нет целую неделю. Найди трофеи моего отца. Если ты это сделаешь, я награжу тебя... Такой ужасной моды, которую не видел за всю неделю. Спасибо. Тебе заново идти. А можно на карту мира как-то выйти по-другому? Да, выйти из уровня. Просто чтобы времени не тратить, то... А, если вы не потеряете весь прогресс, пусть. Ладно. О, видали, что там есть? И еще. Ладно, пошлите к Джефу. Дадим ему амулет. Ой. Верните Джеку его амулет.
Там, кстати, был где-то предмет же скрытый. Вау, там блокада. Блокада ушла. Давай используем это как ответ Джеффа, когда он не хочет делать круг. Подожди-ка, я хочу вернуться обратно. Я еще не забрал предмет. Ой, снова освещать этот темный туман. Так, где-то там был предмет, очень важно. А вот. Так, как его забрать? Ладно. Эй, Джефф, кто-то получил два пальца. Два пальца и ветреный амулет. По-моему, это не приводится как два пальца, ты сочинил. Кто получил этот амулет, это твой парень. О, спасибо вам. Без силы этой же амулета или лес умрет через день. Болото или озера начнут плакать, высыхать, а птицы начнут делать вещи поистине ужасные, что сравнится с моей мамой. Эти амулеты починят все вокруг. Амулет гном, верните ему домой. 1 из 4. Вы парни правы. Лужа была действительно пугающей. Я начал думать о том, что ему это не просто украдено. Я думаю, это такой хитрый план сработать здесь. Да что тебе нужно? Просто раскрыл. Я просто раскрыл мою первую... это игра слов, по-моему. У меня волосы дыбом на моей бороде. И теперь ты хочешь... сказать кому? Мне? О том, что кто-то обратился против королевства гномов? Нет, мы... Если мы можем помочь. У нас есть на то причина. Идея, где нам искать дальше. Мы гномы-скауты нашли, обманули обнаружили одного из чудовищ на озере. И слышу, и рядом с ним есть амулет воды. Ну что, идем? Эй, Джефф, мы закончили шляпы. Мы закончили примеривать шляпы на самом. Может, мы уже передохнем? О, простите, парни, но на перерыв нет времени. У нас совсем нет времени, когда я менеджер. Единственная вещь, которую мы должны знать, как что делать, это то, как ужин есть одним каждую ночь. О, Карлос, ты такой юморист. Я люблю шутки с моими подчиненными.
Поэтому они всегда меня удивляют. Мы заметили грубость на твоем лице в твоей комнате. Я все еще хорош, Карлос? Я так не понял, что он хотел. Не волнуйся, Джефф. Мы вернем твои амулеты обратно, и королевство твое восстановится, и твои бесценные гномы станут уважать тебя. Снова и снова. Пошли, Мейбл, давай-ка вернемся в хижину. Подожди-ка. Он настучился. О, да, помнишь нашу сделку с Макакитом? Мы должны заплатить ему. Конечно, давай наведемся на свалку и увидим, что Макакит может нам сделать с помощью этих спор. Уйдите с Макакитом на свалке. Если так выйти. Выйти из уровня. Прогресс, по идее, же не сбросится. А не, сбросился. Гляньте-ка. Или нет? Ну, я сбросился, блин, жалко. Блин, получается, эту игру нельзя не выйти, не сохранившись. Жалко, на самом деле. Приходится слушать их разговоры, что не очень хорошо. Они еще такие долгие. Посмотрите на маг. Свалку Макакита, понятно. Ну, хотя тут, в принципе-то, недалеко-то идти, блин. Жалко, конечно, что заново приходится туда-сюда бегать. Мне это не нравится. Малый недостаток все-таки у этой карты есть. То есть нельзя выйти сразу же. Тут постоянно надо сохраняться. Как туда пройти? Все-таки хорошо, что я выздоровел. То, сука, говорил за сегодня, прям таки аж вообще. Нужен апгрейд? Тогда скорее ко мне. Я сделал вам такое. Так, ох ты. За этим штуки можно покупать. Здоровье. Да. А то никто у него божественный. Чё еще сказать? Наслаждайтесь. Говорите со Стэном. Да, определенно из-за того, что я повысил графику, определенно играться стало лучше.
Он теперь зеленый. Прикольно, кстати, что они берут идеи от Ubisoft. Дядя Стэн, мы нашли ветреный амулет от Одри Лучефу. Отличная работа, тыква. Тыковка. Вы нашли Вы найдете первоклассное сокровище. Такое как дядя Стэн. Айда, музей. Сейчас завершу. Трепещите. Мистические артефакты были найдены в старых шахтах. Посмотрите, но они не бесплатные, и вы знаете. Говорите, Зуса. Он даст нам еще одно оборудование, наверное. Ну, чуваки, используйте мои древние знания. Эти части вы нашли, и несколько скотча, и мне нужно приобрести ваш фонарик. Теперь вы можете выращивать кристаллы и проглазить тайные узкие места. Ну, блин, наконец-то. Зацените-ка. Я всегда хотел быть на миллиметр выше. Победа! Спасибо, Зус. Не проблем, чуваки. Хотя... Наверное, что-то будет, это будет круто. Покорите со Стэном опять. Хрю. Что такое, Вадос? А, пухня, точнее. О-о-о. Это удивительная вещь, Диппер. Парочку динозавров украли Снэки и Вадоса и разбросали их повсюду. Он без этого. Расслабься, Мэбл. Мы возьмем глаз на Снэки и Вадоса. А мы, кстати, их видели. Время найти следующий магический ракулет. Или... Кулет, ай да, идите. Но квест добавлен. О, тут еще больше предметов. Это, скорее всего, уже на следующую серию оставим. А то и так, блин, эта серия почти час у нас уже заняла. Озеро. Так. Кстати, мы почти всю зону открыли. Нам надо сохраниться. Ой. Не туда пошли. Ах, не туда пошли. В любом случае, эту игру мы будем записывать чуть позже. Продолжать записывать. Так что... Сохраняюсь. Господи. Да я явно устал. Самую раннюю чайку. Сохранить, да. Все сохранилось. Ну что, всем пока. На сегодня закончим.